Мы нарастили костную ткань в третьем сегменте нижней челюсти слева. Мы сейчас сделаем ей контрольный снимочек. После этого объясним все противопоказания, медикаментозные назначения, как нужно себя вести. Завтра она приедет в клинику на инфузионную терапию. Мы поставим ей капельницу, чтобы отек был поменьше. После этого увидимся с ней через 10 дней на снятие швов. Будем ждать, как запланировали 3-4 месяца на окончательное формирование костной ткани. После этого мы сможем ей поставить имплантаты.